Дела идут. Что у вас? Некоторые сувениры Джона Кеннеди. Дед! Что там, сынок? Это было в вещах моей мамы. Она была большой его поклонницей. Вот спички. Ничего не нашла о них в сети. На них рельефное изображение Белого дома и президентской печати. Вот лучшее, что у вас есть. Жаль, что оно в таком состоянии. Шутка в том, что когда Кеннеди умер, у каждого были сувениры, связанные с ним. Так что они почти ничего не стоят. Эта вещь в плохом состоянии. Это отличная упаковка спичек в прекрасной форме. На других упаковках – надрывы. Так что вы пытаетесь сделать, юная леди? Продать? Или заложить их? Да, продать. Думаю, $100 за все вместе. Нет, так много заплатить я не могу. Но до 55 поднимусь, пожалуй. Что ж, я согласна.